Привет, привет. Сашка, привет. Чего не спишь? Привет, привет. Всем привет. Салют, салют. Мой пот закола. Да, мой пот. Смотришь Дом 2? И что? Как? Ой. Привет, Анушка, привет. Чеваешь в таком латине? Покажи сороку. Какой сорока? Вы что? Сорока на поляне. У вас там Wi-Fi или свой интернет? Wi-Fi, конечно. Откуда? Наш. О, Буди, привет. Пожалуйста, что, пожалуйста? Сороки нет. Я с ней талила у них. О, молодец, право. Маш! Нет, это Кристина? Не, подожди. Маш! У тебя есть зарядка с собой? Ну, на 2 минуты, а то у меня сейчас... А? Давай на 2, пожалуйста. Тут бини, можно есть такую. Ю тут бини. Макиной. Анушка, ты конрюшаешь, что ли? Анушка, ты... А? А куда его сунуть сейчас? Котёра лавой. Ну, что? Сколько у нас время? А, 2 часа. Бороду. Мордикал дур. А, на Ниталикал, да, прикольно. Кто у вас сейчас ведущий? Ефременкова, любимая наша. Привезти из Красноярска. Блин, как тут вообще? Ой. Powerbank. Анушка, Анда, Юну, Дуви, Саланкарк. На Батка Буденс. Да, спасибо. Стремите. Парк посещал на кап. А мука тарила даже ярн. Азо плоат. Здесь плой тропикали. Что резко делает? А что резко делает? Не знаю. Где-то тут ходит. Рязка где-то тут. У меня зарядки нету, я, наверное, на баре посижу. Какой у меня телефон? Немножко. Все, нормально. Да, тоже. Блин, кто тут опять не убирает за собой? И к нам сдавая газ. Кынт, смотри, медися. На каком языке разговариваешь, кроме русского? Еще на 5 языков. А сейчас, ну, на молдавском назовем. Почему не спишь? Почему не сплю? Потому что вот я сейчас отдали телефоны. Только что. Сальвязи эфир. Диана самой. Анушка, ну тражи тенсика, стас. 1 610 000 комментариев здесь. Нам ничего стресса, кампу на килариш. Похуй. Ой, извините. Я ну что так купается респонд синчер. Антрябуш. Респонд. Привет, привет, Пичухан. Привет. У вас телефон забирают? Ну да, мы сдаем телефоны. Нам их дают вечером. Сколько встаете? Ну, обычно в 10. Ты разговариваешь на молдавском языке, я знаю. Да, я разговариваю на молдавском языке. Горячо. О, привет, Чингис, привет. Как дела? Ничего в Москве, сорока у вас
Нет, срока не у нас. Поэтому у меня экскурсии, да, сам весь лайф, а пусть мы это грижу. Хорошо, Анушка, давайте срязаться с участком. Ой, а я хочу с сердечками. Давай, Кулев, хочу что-то по программам. Ади, кто по программам. Да, нетрезвым. Комитем. Ворбим темели, кари. Все на плат, все на плат. Ади. Сценарий нуй. Сценарий нуй. Ади, кто программу арикари, да, есть. Лобные фигари сары. Всем. Тримите по маме. Блин, я даже смотрю, у нас такие отекшие лица вообще. Из-за влажности, из-за... мы всегда должны ходить с пудрой, а то в кадре мы вообще даже не успеваем. Я сама в Тирасполе была когда-то здесь. Да, я очень много раз была в Тирасполе. Я занималась гандболом 10 лет, и мы часто ездили на соревнования там. Разговаривали по-русски, ничего. Ну, пытаюсь, но есть друзья мои, которые, ну, пишут мне на молдавс, я не могу. Ведь непонятно. Я переведу, если надо будет. Я когда моляк моя отца. Адика. Ты прям с Кишинева, да. А, скажи по-русски. Нет, меня вот и девочка спросила, есть ли у нас тут сценарий или какой-то программ. Сценария нету, а обычный режим. Встаем, обсуждаем все, разговариваем про всех. Потом, ну, каждый вечер влобное и так далее. С кем общаешься из девочек хорошо? Ну, со всеми. Нормально. Здравствуйте, привет, здравствуйте. Как попасть на шоу в качестве зрителя, не подскажешь? Ну, пишите, ну, на сайте Дом-2, и там должно быть. Честно, я не знаю, в качестве зрителя я не в курсе. Фазрадата Нурашу Дубасар. Да, Нурашу Дубасар, то там фост. Какой-то зеленый антиц, формата Фирудястес. Фирудястес, какой-то зеленый антиц. Азы и Доминика. Ну, скажите, в Азы. Ты тут милее, чем на экране. Ребят, камера нас всех полнеет. Мы немножко по-другому выглядим. Это, ну, не прям такая ужасная, как все говорят. Передай привет Ростову. Ростов, привет. Скучайте, Фибрава Кулеш, Парти Фрумос. Ну, Мадикет. Оляка Йогу. Ты очень красиво. Спасибо. Салют, салют, Танечка. Сделать кофе. Не найдется такой мужик здесь. Как-то решилась попасть на Дом-2. Кому шла на Дом-2 изначально? Я решилась. Я не решилась. Это получилось так, ну, скажем, не то, что из глупости. Просто я сидела с подружкой. И я, давай-ка я отправлю анкету на Дом-2. Это так просто. И мне сразу ответили через 15 минут. И все, меня взяли. И я изначально шла к Сергею Кучерову. Он уже ушел. И шла, хотел Марианчик, но... Ну, я уступила. Рануля Бар. Вот там сидит, кто там, Тарас. И тракторист. Привет, всем привет. Нравится больше на поляне или на Сейшелах? Конечно, на Сейшелах. Здесь действительно очень хорошо. Райское место, вообще шикарно. Каждое утро просыпаться с видом на океан – это нечто.
белиссимо, грация. Сорми, привет, привет. Шифашту. Nu avem timp, ce ieri n-am luat telefonul deloc. Azi ne-am dat târziu, am filmat o leacă mai mult decât trebuie. Și vă și suntem tăți out. Tăți stau în telefon, dar nici nu or să rezistăm și tăți out. La culcare tu și faci. Как относишься к дракам на проекте? Вообще-то отношусь я негативно, но я сама иногда не перевариваю, я не... Короче, так скажем, я, грубо говоря, я не выношу, когда люди на меня кричат, перебивают и не выслушивают. Я сама могу бросаться на человека. Извините. Пытаюсь уснуть. А что такое? Где ты была? Привет, зайка. Привет. Сложно попасть на дом 2? Нет, ребята, совсем не сложно. Просто отправляйте анкету там или пишите в кастинг дом 2 у меня в шапочке. И, конечно, если вы интересны, яркий, почему вас сразу выберут. Салют, чем я фэш на время Молдова. Салют, Вини, ну, Молдова, панакан, Мобра. Безу где? Безу занимается. Он на спорте. Кагул, знаешь, где находится? Конечно, в Кагуле тоже я была. Ребят, если я с Кишинева, то это не значит, что я обычная девочка. Я каждое лето ездила в деревню. Блин, у меня голос подсел. Я сорвала голос, кричала немножко. Кто посмотрит эфир, увидит. Я каталась по Москве, пока менты не остановили. Ого, как? Все нормально? Ты где? Я на Сейшелах. Бывало такое, что путала Машу и Кристину. Изначально, да, было, а потом я узнала фишку. Теперь я их не путаю. Скажи ему, пусть читает директ, пожалуйста. Ну, сейчас пойду там и скажу, в какую деревню. Я часто ездила в Леушанах. У меня мама из Леушан. Привет из Красноярска. Красноярск, привет. Салют, ты с кем партнер это терапит? Партнер, ну, с кем это терапит? Ну, и с кем был у него Маша? И проще с коммуника, кто ты умер. Что за фишка? Щечки у них. У них щечки, их по щекам можно определить, кто из них кто. Как с Безусом. Все хорошо. Пока я спать не легла, кризиса. Но я не обещаю, но я вот у меня просто телефон заряжается, он у меня прям сел. По очереди кушать готовьте. Нет, ребят, у нас тут повар. Нам повар готовит. Ну, если, конечно, если мы захотим что-то, ну, наше, то, конечно, мы можем. Все есть. Какая-то красивая моя любимая. Передай Лизе Головченко привет, пожалуйста. Лиза Головченко, большой тебе привет. Содрали с меня 3 косаря из-за того, что нет перевода прав. А я тебя спрашивала, помнишь, можешь ты, имеешь право так ездить? Ты мне сказала да. Вот ты. Привет, передай привет Дарье Олейник. Дарья Олейник, привет. И поцелуйчик. Да, дарбаешку без узбаку Валера, содержанную мою коммуникацию. Я у Безу самый чаркат. Ну, супер не для ной. Я для себя ел вообще не в релации, абсолютно. Шаг мои, ну, да, Валера, питать свои эфиры. Мерси. Что у вас по сценарию? У нас по сценарию ничего. Ты очень красивая, позитивная, очень приятно на тебя смотреть. Спасибо, очень приятно. Да, короче, Куаст один Ирланда Гата. Адик, Катя нам целится. Сколько спать ложитесь? Вот, сейчас, сегодня очень долго снимали и конкурсы, и лобно.
И, ну, допоздна. Вот, наверное, где-то в 3 лягу. А завтра нам надо встать в 7. Моя нормально или просто выделывается на камеру? Немножко есть. Но она очень хорошая девочка. Позвать его можешь? Бряли. Я... Нет, он не придет, он занимается. Бузова нравится как ведущая. И не только как ведущая. Она очень классная. Чао, Бела. Привет, Юрочка. Тифащ. У вас на протяжении всего дня идет съемка. Всегда нас снимают. Даже сейчас. Вот камера стоит, но как бы меня не снимают сейчас. Но пока мы в телефоне, конечно, это в эфирах не показывают, потому что это глупо. О, Господи, я тебя люблю, моя любимая, я счастлива. Спасибо, Головченко Елизавета. А если я тебе напишу сообщение, ты мне ответишь? Конечно, отвечу. Почему нет? Да, привет, Павлушке. Павлушка, привет. Малыш, я вижу, там малыш вот такой. Как мама отнеслась к истории с Валерой? Конечно, мама не очень рада за мои действия, за мои поступки, но мама всегда уважает мой выбор. И если у нас все будет хорошо, то мама, конечно, не будет против. О, в этом ведерку есть один Ирландо, купюшечку бывшую, это угадал. Ну, с ним приедем. А что будет завтра? А что будет завтра? Я даже сама не знаю. А, почему мы встаем в 7? Потому что у нас, ну, немножко не досняли то, что надо, нужно было. И вот мы так. Мое солнце, передай привет Викуле из Воронежа. Викуля из Воронежа, большой тебе привет. Мы можем дружить. Я со всеми дружу, конечно. А ты что, снова к Бюзе вернулась? Какой сегодня день? Мне нужно... Ребят, смотрите эфир. Все хорошо. Курить бросила? Да, бросила. Да я уберу. Ты смотри, какая грязь. Да не матерись. Я в эфире. Смотри, а кто здесь не убирает? Ты. Я? Слышишь? Кубанек. А молдаванка на столе ногами, где мы кушать рубаем. Можно, а мы не кушаем здесь. Хуячу, отвечай. Ты что, нормальный? Кубанёк хочет меня убить. Убери свои доставь, ноги. Я уберу. Свинота. Хорошо, пошел вон. Алина, покинула проект, да. У вас много кто курит? Да. Да ты можешь меня не это... Глянь, ноги на столе. А ты сегодня как сидел? Я вот чуть-чуть там, как все. Чуть-чуть там. То вообще барный стол. Что ты дай? Вот, Серег, скажи. Оставь меня в покое. А что вам привет? Кого ты сделать? А? Вот давай сейчас на кофемашинке парк открою тебе вот карман. Я так хочешь? Скучаю по тебе. Я тоже, Серега, да? По тебе скучаю очень сильно. Смотрите, как можно Марьяну ошпарить. Серег, ты нормальный вообще? Ну, хватит отваливать можно. Я сейчас начну материться. Матерись. Люблю тебя, мама. И я, Олеська моя, люблю тебя очень сильно. Мой боже мой. Нам интересно рядом. Моя манера раз, прям мультипункт понятно. Ты где? Цитаты умеешь. Берет сердечки, а то мешает на тебя смотреть. Я тебе пишу, ты не отвечаешь. Зайки мои, я же в прямом эфире, я же не могу сейчас отвечать. Я потом отвечу, обещаю. Покажи все, что вокруг тебя, пожалуйста. Вокруг меня на баре, вот. Там дебил тракторист ходит, вот. Вот там Егор в прямом эфире, и там океан. Вот, наш маленький остров. Ну, ты что там у нас? Сейчас Тарас в Кубани подойдет. Контям, скрис фачма поза, ну, ты уже и кутоц. Фальдипоза. Ух, сколько бутылочек на фоне. Все это... Только нельзя муляж. Ничего пить, ничего нельзя пить. Ничего нельзя пить. Телефон на сколько вы даете? А. Она грязь, Сергей. Да, я такая. Девчата Липутин Тарата на эфир. Смотри, тебя любят. Позови какой-нибудь мальчик себе хорошо на проект. Мне девочка писала. А можно мне девочку нехорошую? Вот. Нет, у нас все хорошие. Тарас просит девочку.
очень красивую, добрую, целомудренную, с хорошим культурным уровнем и богатым внутренним миром. Началось. Энциклопедия. Да в смысле энциклопедия? Тарас мой личный психолог. Хороший мальчик. Приходите. Я очень помогаю Марьяне разобраться в себе. У нее все получится. Они любят Валеру, кстати? Вы любите Валеру? Скажите, что вы думаете о Валере? Говно чувак, да? Нет, я так не считаю. Состала. Состала. Кумай мне тут мозг, как авиону. У белорусских. Белобрысик красавчик. Слышь, белобрысик красавчик. Да, я такой, я тут выиграл. Мне сейчас, смотрите, у меня брови. С кем в отношениях? Я пока строю отношения. Он не строит, он врет. С одной из близняшек, поэтому все очень трудно. Они ему не нужны. Ой, да перестань ты, в смысле не нужны, они хорошие. Лизочка, дорогая, сейчас тебе отвечу. Спасибо, да. Я не считаю себя красивым. Что с Кристиной не вышло? Ой, а давай ты свой эфир подключи, и там будет общаться. Я только что закончил. Я у тебя хочу посвятить. О, вы хорошо вместе смотритесь. Нет, мы... Это мой личный психолог, а я... Бесплатно у меня сидит. Чё? Красивый мальчик, Валера. Не, да на самом деле этот, мы ну, сами понимаете, мы просто в отеле без камер, поэтому каждый день выезжаем. Что ты несёшь? Почему он такой классный? Лиза, блин, спасибо, да. Он такой классный? Я читаю книжки иногда. А я читаю «Дом 2 авиона», да. Еще не работал переводчиком. Чё? Почему ты не говоришь правду, что ты не работала переводчиком? Лиза, подписывайся на меня. Да, Лизочка, подписывайся. Я тебе какой-нибудь смайлик интересный красавчик отправлю. Красавчик просто. Вот, все про тебя. Красавчик, красавчик. Не такой уже красавчик в жизни. Ой, в смысле в жизни? Да. Это все потому, что она с Валеры, да с Валеры. На меня все не смотрит, да не смотрит. Так, ты хочешь, чтобы я на тебя смотрела или что? В смысле? Ты всегда смотрите, что я могу. Значит так, рассказывай. Берешь рубашку. Медленно расстегиваешь. Привет, да тебе. Расстегиваешь ее. Гладь, давай. Уберите его от меня. Лгунья! Я? Ну, написано их, давай говори, лгунья. Я на таких комментарии не отвечаю. На плохие комментарии я даже не обращаю внимания. Нет, мне просто интересно. Вы можете не трудиться. Мне просто интересно, почему лгунья? Тут каждый обманщик. Да, это ты уже тоже. Ты ну, тоже конечно, лгун. Естественно, да, разумеется. Так что я поэтому даже не читаю. Лох в России не умрет. Не наебешь, да. Не проживешь. Вот. Передай, белобрысик, мне привет. Передай Лизочке привет, Головчен. Головчен, это твоя подруга? Я не знаю, нет. Головченко, Лиза, тебе привет от Тараса. Подписывайся на мой инстаграм, будь счастлива. Сучара, хайпануть хочет. Да у тебя 46 человек, смотри, что тут хайпануть. Ну, это 3 часа ночи, ты что? Тарас, сколько у меня? 24. В анкете же написано было. Красотка, спасибо. Не, она красивая. Ты чё? Здравствуйте. Сегодня вечерняя рубрика «Время охуительных историй». С вами в студии Тарас Пяти и Марьяна. Ну что ж, сегодня опять Марьяна подралась с Валерой. Что же мы будем с ними делать? Что это, страсть, любовь или простая жизненная глупость? Узнаем сегодня со мной. Юлия. Ну что ж, Марьяна, что вы можете сказать о Валере? Да, Юлия приходит только когда лобно. Да пусть докажет, что... Чё? Опять вот это... Чё ты несёшь? Тарас красавчик. Блин, а можно какое-нибудь другое лексическое слово, кроме как красавчик? У вас что, русский язык только один, что ли? Рада, что друзья кушала. Или... Да, конечно, нахрен она нужна. Очень рада, прям не могу. Друзья, реально человек, который бьет просто людей без повода, с поводом, ругается матом, как хабалка самая последняя. Зачем она нужна? Никто не будет приходить к таким девушкам. Вы поймите, здесь реальные чувства, реальные отношения. Нужны нормальные, яркие люди с головой, а не фрики, которые на кастинг приходят. Привет, а? Из Харькова. Привет. Я
фигура топ, спасибо. А как Шабарин, как относитесь? Параллельно вообще. Смотрю сейчас эфир. С Егором разговаривала и сказала, все меня бесит, и ушла. Не помню. Кис, я скучаю. Настюш, ты вообще гонишь, если честно. Я тоже скучаю. Ты че вообще? Че к чему? Спасибо. Вот, я тоже согласна, Танечка, с тобой. Сколько ему лет? Тарасу 24. Семенька, друзья, по компроку. Но. Да, спасибо. С Валерой, а не Егор. А, может. Может быть. Потому что ей будет гораздо тяжелее от того, что мы не реагируем на ее сообщение о том, что она просто белая ворона в этой переписке. Цикумос бабеш мирион рус. Ну, мастрады. С какого города? Кто, я или Тарас? А я не хочу яблочный сок. Нет. Ну, как хочешь, ты знаешь. Нет, спасибо. Со святого П. Да, дальше еще будет. Почему? Индальцев хороший, нормальная девчонка. Там. Как-то раз подписан. Я не знаю, я на него не подписана. Кто из ведущих нравится? Все нравятся. Женя дебил, провокатор. Какой Женя? Детка, я травату кольку на линии. Си, танты. Чао-чао, Беля. Тебе нравится кочервей? Мне все равно. Я здесь, она на поляне. Какая пара тебе нравится? Рома с Кап. Ой, Рома с Кап. Кап с Маринкой. Почему я не вижу комментарии, ты, который пишешь, что ты лгунья? Потому что я на ней, ну, я заблокировала ее. Он успечали какие-то пьячи. Sinceramente non c'è quello speciale che mi piace, però spero che arriverà presto. Ora saluti mai dici mai facci. Fabini. Ты так удобно. Видишь, что видно палку. И что, а ты муляжу? Но у них там что-то непонятно. Ну да, я тоже так сказала. Есть брат или сестра? Сестра есть. Вот она мне пишет, тут Леська моя. На каком ты языке говоришь? Сейчас на молдавском я говорю. Отвечаю своим землякам. Ребят, мне скоро надо сдавать телефон. Я немножко... Eu nu atrag atenția la comentariile Irene, așa că nu vă faceți griji nici voi. Ирвич, нет, вообще. Тим, пока и cu Таня. Așa. Красавица, спасибо, спасибо, всем спасибо. Хорошо, Леська моя, я выхожу и скоро даю телефоны. Всех люблю, всех целую. Да, сейчас. Всех люблю, всех целую. До скорой встречи. Всем пока.